В этом видеоролике мы продолжаем играть в игру под названием Boy Playtime 3 глава Глубокий сон. Все, мы нажимаем кнопку продолжить и продолжаем нашу прошлую игру. А где мы там остановились? Мы остановились в доме, милом доме. Я не знаю, что там будет дальше. Вот прогружается еще графика. Сейчас подождем немного, все прогрузилось. Так, это я туда шел, это там выход. Так, нам надо вот сюда. Как мы помним, я сюда пришел, и вот здесь я взял противогаз. Вот он. Так, заводим тачку. Я на нее. Надеваем противогаз. Поехали. Все. Кто не знает... Ё-моё, подождите. Кто не знает, как сюда... Как вот сюда попасть... Подождите. А сюда штуку просто установили. Тут обновление вышло. И сюда штуку вот эту установили. Но кто еще не знает, как попасть сюда, как сюда попасть, кроме этой штуки, можно попасть вот здесь трамплин есть. Разработчики подумали, то, что это слишком тяжело, поэтому переделали это. Игра, потому что очень большая, это было тяжело заметить, но они заметили. Так... Тут была дырка, вот, я нашел дырку. Короче, это приключение будет по дому, милому дому, очень долго. Так, мне надо вот сюда. О, так. Теперь мне надо... О, дырочка, в дырочку. О, господи. Кодремот. Это кодремот, что ли? Че он такой стрёмный? Это он туда пошел, да? О, коробки тут всякие. Ё-моё! Киси-миси. Она меня не съест, она? Киси... А, тут барьер, невидимая стена. Да. О, там какая-то фотография. Наверное, это она. Ой, у нее липучки есть, прикольно. Походу делает она ее рисунки. Тут рисунок вроде бы изменился. Так. Ага, там вроде бы машина есть, я не помню. Так, а там нету кота-дремота? Нет. Так, открываем дверь. Там, короче, были батарейки. Мне нужно ставить батарейки. А где батарейки находятся, я не знаю. А где они? Где штука, куда надо вставлять батарейки? Так, ну здесь самое начало. Так. Вот надо открыть эту дверь, наверное. Так, ну вот так вот я прохожу. А, все понятно. Мне надо вот сюда, вот сюда. Тут был код-ремонт. И вот здесь. О. Отлично. А что дверь закрылась? Не понял. Ё-моё, я подумал, там несколько дверей. Так, мне нужна еще одна батарейка, чтобы отсюда взять шнур. Получается. Ноль power. Нет. Угу. Так, мне нужно найти еще один кубик батарейки. А выход вон там, наверное. Я не знаю. А, нет, вон там выход находится. Мне надо туда вот попасть. А для того, чтобы мне туда попасть, мне нужна батарейка. Батарейка где? Я не знаю. Так. Идем сюда, 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 сюда. И вот туда. А нет. Что-то я немного сам запутался. Сейчас мы будем, короче, искать еще одну батарейку. Вот здесь была первая батарейка. А, мне нужно вот сюда, наверное. Так, сюда я не могу? Нет, зацепиться никак. Получается, я там был, мне туда не надо, как раз-таки. Стоп. Ноль поверс. А тут же комната, что ли, есть? Да, есть комната. Может тут как раз-таки и дырочка какая-нибудь есть, или батарейка. Вот, а нет, не вот. Вот туда мне надо.
Ага, вон там есть какая-то дверь. Да, понятно. Это называется «Мы обожаем невидимые стены». Ладно. Идем сюда, сюда. Так. Тут вот эта дверь. Ну, нам туда не надо, насколько я понимаю. А что, нельзя? Нет. Это я отсюда пришел. О, фотография какого-то мальчика. И Poppy Playtime. А тут вроде была мамочка, длинные ноги. О. Так, мне надо вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Блин, не так страшно. Вдруг тут кто-то выпрыгнет еще. Они же тут что-то тут обновляли. Еще. Так. Так. Мне надо вот туда. Хотя. А может и не надо мне туда даже. Мне надо наверх. Да. Я и моя логика. Посмотреть наверх просто невозможно. Это называется. Так, получается, где-то сейчас должна быть зарядная станция. О. Он тут вроде бы стоял. Ой, что это я сделал? Чё, комната Кисимись? Он там стоял, насколько я помню. Теперь мне надо вот эту штучку. Ага, вот комната Кисимиси. Вот Кисимиси сидит. И мне надо найти ту комнату. А, все, я понял. Она вот тут где-то. Нет, вот, все. Нашел. Вставляем. Нажимаю на кнопку. Ё-ма, еще что-то надо сделать. Так, ну все, генераторы включены. По идее, должна была открыться вот какая-то дверь. Да, она открылась. И нет, я догадывался то, что тут. А это разве не туда, где я начинал? Нет. В первой части начала. О, по ходу дела. А, нет, не по ходу дела. Я думал, что там выход. Хагич? А, это просто игрушка Хаги. Блин. Печально, конечно, что его. О! Давай. Поехали. Тут еще вот что-то есть. А, здесь как раз таки, наверное, и упали. Так. Сюда, сюда. Почему у меня мышка постоянно там наверху? Я не понимаю. Вот сюда, вот так нормально. Ага, это я выбрался сюда. Ой, извиняюсь. О, свинка Капризулька. Привет, я свинка Капризулька. Давай есть. Ростбиф. Вкуснотища. Курочка-гриль. С удовольствием. Запеченный слон. Вкуснотища. Запеченный слон, освежеванный единорог, все еще голоден. Понятно, какая-то она странная. Слона запеченного есть. О, кассету ищем. Ищем кассету. Пишите в комментариях, где может лежать кассета. Обычно. Так, может она. Ищем, короче, кассету. Я хочу посмотреть все кассеты, которые здесь есть. Да ё-моё, у меня там мышка постоянно наверх идет. О, Хаги-Ваги, походу, дело игрушка. Так. Кролик Бонза, что ли? Да. О. Мальчик. Кассета, 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 кассета. Кассета должна быть в этой комнате, получается, да? Я хотя бы на это надеюсь, чтобы ее не искать там где-нибудь. Может, под столом, на столе, на телевизоре. Нет. Я хочу посмотреть кассету. Где кассета? Может, можно просто ее ставить? Нет, нигде. Где может быть кассета? Возможно, она только в другой комнате. Ладно, где заряд? А куда надо ставить? Заряд надо ставить наверх. А, нет. Вот отсюда взять. А, мне нужна вообще зеленая рука. Отсюда взять.
сюда вставить. Дверь откроется. Вот тут тоже. Понятно. Он либо поднялся, либо он еще что-то. Там либо заряд, либо батарейка, я не знаю. Тут, по ходу дела, тоже. Вот заряд, да. Там дырка, надо его куда-то вставить. Куда только? Не бы знать. Туда, что ли? Нет. Ну, где-то, как по мне, на... А, тут же еще обновление делали. Точно. Может, тут и без заряда можно... А, сюда уже нельзя запрыгнуть. Типа, можно было. Так. А ну. Нет, сюда нельзя. Может, туда, куда? Блин, это так на приют похоже. О, туда, наверное. Все, понял. Понял, принял. Берем. Вставляем. Какая дверь должна открыться? О, вот. Выходим. Точнее говоря, заходим. Ходила оттуда опять надо будет брать заряда. Да, туда быстренько ищем. На потолок. Где дверь открылась? А, вот, все. Ай, ё-моё, я думаю, меня уже прижмёт. Я уже испугался. Опять заряд. А, ё-моё. А где вы? Так, стоп. Чутка запутался я. Запись как бы идет, но я не понимаю, где камера сама. Ладно, я потом просто возобновить. Все. Я потом просто, когда опять запись. Надеюсь, оно там записывает, да? Да, оно записывает, слава богу. Я потом, если что... О, вот здесь находится этот код. Не дремал. А, блин, он на меня до сих пор смотрит. Слышь ты, повернись. Мне нужно от тебя эту взять. Так, он типа на меня постоянно будет смотреть. Своими глазищами. Глазищами. Так. Угу. Ищем, ищем, ищем. А что мы ищем? Ага, вентиляцию. Поползем сюда. Ага. Ага. Угу. А тут типа... Стоп. А что надо делать? Еще раз. Объясните. Объясните, поясните. Что делать? По ходу дела надо где-то... Не по ходу дела, я не знаю, что надо делать. Вот сюда, наверное. А! Ай! Что-то закрылось. Ё-ма, что делать? Объясните, поясните еще раз. Не надо. Мне нужно. А на каком этаже? На первом. Был на втором. Мне, получается, нужно откуда-то взять заряд. Открыть там дверь, взять заряд, сюда вернуться и туда. А, вот тут дверь есть. Да, и туда заряд как бы тоже. Может, тут заряд есть? Нет, заряда нету. Фиг они тебе сделают. О, батарейки. Ага, сюда, получается, надо еще и батарейки ставить. Так. Будем, короче, догадки делать. Хм. О, погоди, комната. Нет, показалось. Отсюда я взять электропитание не могу. Электроэнергию. Дверь закрыта. Либо я поломал игру. Либо я поломал игру и должен был вот сюда успеть. Оно откроется оттуда взять. Либо так, короче, по сценарию надо. Не знаю.
Я уже не знаю, какой раз у меня там игру ломал. А нафига мне комната без ничего? Можно хотя бы кресло взять? Нет, нельзя. А зачем так? Ну что тут так много ссылок на Хаги-Ваги? Ну, короче, сюда пойти я не могу. Ну, как бы здесь ничего нету. Вот есть кролик Бонза. Так. Вентиляция есть. В которую попасть я не могу, кстати. Там должна быть батарейка вроде. Есть вентиляция, в которую попасть я не могу. Подожди. Дверь заколочена. Дверь есть? Нет. Так. Что-то я скоро сломаюсь совсем. Сломаюсь. О, все, нормально. Там, короче, в комнате была. Все, я понял, что дальше. Отсюда брать. Отсюда брать. Сюда вставлять. Сюда быстренько... Блядь. Отсюда взять. Сюда. Отсюда. Быстрее. Да ё-моё! Что-то не попадает. А еще раз надо. Да. Только что откончилось. Еще раз. И отсюда взять. Отсюда. Быстрее. Там заряд не бесконечный. Да быстрее бери ты этот заряд. Отсюда что ли еще раз? Не понимаю. Быстрее, все, успел. Все, хоть бы это был не временный эффект. О. А чё? Чё это? Ты кто? Господи. Я думала, оно на меня упало. А, все, я понял. Берем вот это. Разгоняемся. А ну ничего больше важного нету, да? Все, да. Поехали. Как-то слабенько. О, загорелось опять. А ну, а я могу загореться? Нет. А можно было сразу вот эту стену расфигачить? Нет, нельзя. Так, короче. Наша цель — найти батарейки. Запомнили? Запомнили. И вообще, самая главная цель — выбраться... Ай, ё-ма. Выбраться из фабрики. О. Ну, или что-то типа того. Там, короче, покончить с прототипом. А то прототип потом... О! Уже что-то видно. Сюда не могу. Что я могу вообще? А что я могу? Ничего. О! Вот это нам надо. Может, еще одну дадите, нет? А, я в начало типа вернулся, да? Мне надо обратно вот туда пойти, типа. Намекаете мне, да. Кровь. Понимаю. А там кот! Кот, батарейка! Ё-ма! Либо откуда-то взять надо, я не знаю откуда. А, так... Ну там же этот кот, блин, поворачивается постоянно. Как я там возьму эту батарейку у него? Что там, подлечу, что ли? Так, куда идти? А, куда идти? А, все. Так, сюда зайти я все равно не могу. Так, в этой маске вообще ничего не видно. Лучше снять ее. А тут двери не открываются, да? Вот сюда. Так, первая батарейка есть. Все, я понял, мне надо наверх. Но все равно там, как бы, если что, вентиляция есть. Поэтому, если что, я там спасусь. Мне надо вот сюда обязательно, короче. Тут есть код. Да. Код-ремонт, блин. И мне... Опа, опа, опа. Из тебя надо батарейки взять. Что ты улыбаешься? Мне сейчас, блин... Вообще не до улыбки. Тебя надо мне как-то... Это...
Перегнать, короче. Как это сделать, фиг знает. Сюда. Вентиляция. Он смотрит на меня. Ого, вентиляция, что это? Что-то новое, не замечали. Эй, блин. Куда? Что-то новое. Реально что-то новое. Я что-то этого совсем не помню. Запись же идет, да? Да, запись уже как 20 минут идет. Хорошо. Ага. Вот такой вот ход событий. Что еще сказать? А я думал, там кто-то уже горит, а не что-то. Вот такой вот, можно сказать, ход событий. Мне нужно... Не... Может... О, хаги. Хаги-ваги. Одно объятие хорошо, а два лучше. Одно объятие это хорошо, а два еще лучше. Обнимашки навеки. Обнимайся целый день. Я тебя так обниму, что ты будешь пищать. Типа это намек, то что он может убить. Понятно. О, кассета что ли? Нет. Господи, мне эта игрушка смущает больше, чем сама игра. Комната? Ага, ничего. Хорошо, что там батарейки нету. Это очень хорошо. Потому что как ее открыть, фиг знает. А вентиляцию искать? Тоже фиг знает где их искать. Короче, мне надо как-то у кота отобрать батарейку. Как я ее кота отниму? Не знаю. Так. Я ищу, короче, батарейку. Как ее найти? Короче, мне нужно не найти батарейку, мне нужно взять батарейку. Взять я ее могу, но только как. Ну, типа, там этот кот, как я у кота заберу эту батарейку, если он не дает. Там, короче, запоминаем, есть. Так. Отлично. А! Успел. Так. О, кухня. Мне сюда, наверное, не надо. Короче, я нашел батарейку, это плюс для меня. Ё-моё, сейчас он на меня будет глядеть. А нет. Я его, короче, вырубил как-то. Шо ж он на меня не смотрит? Хорошо. Мне надо отсюда как-то уйти. Ё-моё, что мне делать? Так, вентиляция. Идем в вентиляцию. Вентиляция поможет. Я же просто какая-то муха, чтобы по вентиляции гладить. Ну, вниз. И сюда все равно не могу. Ой, не люблю эти вентиляции, особенно когда они маленькие. Ну, там же есть и большие, там в первой части были, например. О, это что, хаги-ваги? Friends 4 евро. А! Я думал, там Бонза идет, кролик. Господи, что может быть страшнее? О. А мне нафиг туда не надо. О, я думал, там кролик Бон зайдет. Тут, короче, дверь должна открыться. Ё-моё. О. Ё-моё, вы не представляете, какой у меня сейчас этот... Опять все делать, короче. Короче, давайте. Делайте, пока я молод. Давайте. Так, правильно же? Учитесь, пока я молод. Так. А, рычаг. Угу. Типа, включил. Ага. Мне надо, типа, все, походу, дела взаимодействовать. Ну, мы, короче, берем опять вот эту штуку. Да. А, не, мы для начала направляем вот эту штуку вот сюда. Вот эту штуку. О, господи, какая она большая. Вот туда. Да.
Ну все, короче, вот так, да. А потом, блин, я, конечно, помню, чутка подзабыла. Если сейчас не получится, то потом, короче, вспомним. Ничего страшного. А, мне надо вот эту выключить. Вот так вот. Все. Вот это включить. Короче, нет, я все вспомнил, как там это надо делать. Я рычаг пока что выключу. Фиг с ним. А что тут кровь, кстати, делать? Все равно тут людей нету. Может, мы еще и в Может, мы в 4-5 главе найдем еще хоть одного человека-то. Сюда. Вот так. Так. Работает же, да? Да. А, короче, вот это отключать не надо как раз-таки. Сейчас мы ее включили. А, вот эту так настроить. Вот туда, чтоб. Я немножко, если что-то там сам подзабыл, поэтому, если что, извиняйте. Так, ой, ё-моё. Это пока что отключить надо. Вот эту включаем. Да, правильно, вроде бы. Эту тоже. А, ё! Стоп, 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 стоп. Оно там как бы по-другому должно быть немножко. Сейчас. Ага. Раз. Два. Три. Все, елочка гори, как говорится. Так. Вот сюда. Короче, я думаю, то, что здесь мне пригодится. О, новая рука, что ли? О, вот сюда. Мне кажется, то, что у меня здесь пригодится моя вот эта электронная рука. А почему в доме, милом доме, вот какой-то вот этот подвал? Что это еще-то сказать? Ага. Ай, ё-моё. О, сохранение. Я что, сейчас помру? Там что ли рука? Да, там какая-то рука, мне кажется. Только, блин, нифига не видно. Мне кажется... А, нет, нет, там не рука. Мне кажется, что там рука, но... О, все. Даже на кнопку не пришлось нажимать. Все. Идем. Да ну, ё-моё. Можно открою? Нельзя. Ну, тогда вот сюда идем. Так, в чем прикол? А, все, все, я вышел, наконец-то. Неужели я вышел из этого очень-очень милого дома? Я уже так устал в нем находиться. Господи, я тут копошился 20 минут. Ну, там плюс-минус, не знаю сколько, там плюс-минус. А, ё-моё, киси-миси! Не-не-не, не ешь меня! О, попи, нет, пусти! Все хорошо. Мы пришли, чтобы помочь. Тут она становится особенно тревожной. Хорошо, что Оля помогал тебе все это время. Мы нашли тебя только благодаря ему. Это хорошо. О, хорошо, что у нас есть такой помощник-гигант. Похоже, крушение фабрики тебе пришлось через многое пройти. Ковбой. Я должна тебе все объяснить. Идем. А круто то, что у нас есть такой помощник Хаги-Ваги. Семистичный. С тобой, с нами все будет в порядке. Так. Что? Не я наконец-то, да? О, красный маг. Куда она этот ключ ставила? А можно мне его взять? Ага, нормально она ставила. Давай, можно я заберу? Ай, ё-моё, что это? О, лифт. Прикольно. Опа. Ой, что это? Все нормально. Прикольно, конечно, то, что у нас есть помощник Кисимис такой. Прикольно. Закрывать уже. Я не могу позволить себе уйти. То, что происходит там внизу, гораздо важнее, чем... гораздо важнее наших жизней. Без тебя мы не справимся. И теперь мы сможем отомстить всем монстрам, которые пытали тебя, которые пытали нас. Но они были не одни. Они лишь следуют за своим вожаком, прототипом. Окажешь нам честь?
Ё-моё! Всё, я застрял. Я в Кисси-Мисси застрял, всё. А какую честь я вам окажу? Прототип уже знает, что мы идём. Если попытаешься сбежать, он тебя убьёт. Ты даже не успеешь добежать до двери. Это из-за него я была заперта в этом жутком ящике. Ты даже не представляешь, на что он способен. Позволь мне помочь убить его. Позволь мне помочь всех спасти. Мы все видели, что тебе под силу. Мы все... от твоих рук погибли и Хаги, и мамочка. Тебе я обязана свободой. Ты для этого идеально подходишь. Скоро появится код Дремот. Он последнее препятствие для нас, который подготовил для нас прототип. Береги себя. Оля позвонит. А можно я тут останусь? Я не хочу идти. А вы куда, типа? Нет, я не успел. Ай, Поппи, ты куда? А я? А вы там что, будете сидеть и ничего не делать? Понятно. А кто такой Оля? Привет, это снова я. Похоже, Поппи все тебе объяснила. Кстати, она включила запасной генератор для купола. Дальше, дальше план. Нужно восстановить Сперва вернись в уже знакомый тебе дом, милый дом. Не хочу, пожалуйста. Там ты найдешь большой шнур питания, он будет рядом со входом. А, ну хорошо. Подключи его к питанию под статуей. Ага. Кто такой Оля, я не понимаю. О, а может я уже могу их поспрашивать? Бобби Обнимашка. Привет, я Бобби Обнимашка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Да. Я Бобби Обнимашка. Хочешь узнать, как я тебя сильно люблю? У него заело. Ага, понятно. А это кто? Пеклопёс говорит о порт. Пеклопёс. Пеклопёс говорит о порт. Пеклопёс говорит о порт. Что такое порт? Ну, может, еще что-то скажет. Пеклопёс говорит о порт. Ладно. Свинка-капризулька. Привет, я свинка-капризулька. Два есть. Это мы уже слышали. Я зая-попрягушка. Давай допрыгнем до луны. Ай. Я запрыгну, что это допрыгнем до луны. Ой, господи. У них, короче, секс маленький, очень особо не трудились. Приветики, я хитророк. О, поможешь мне с картинкой? Передай синий. Какой синий? Тут, короче, переводите кому надо. Там, фотографируйте и переводите. Я потом сам переведу, если что. Переводите, короче, быстрее скриньте и все, переводите там на русский. Это кто? Буба Бубаслан. Я Буба Бубаслан. Ой, я тебя помню. Короче, мы эту речь, кстати, уже вы можете в первой части там моего видео найти. О, привет, цыпленок. Может погуляем на улице? Мы там видели. Не могу открыть. А то, что историю, типа не историю. вот этого вот Буба Баслана. Я Буба Баслан. Ой, я тебя помню. И, короче, он там больше текста говорил. Он, короче, говорил то, что там был какой-то пожар вроде бы. И он говорил про какие-то... Нет, и он кричал просто. О. Короче, запоминаем карту. Вот здесь вот это вот подвал, вот этот. Вот тут цирк, вот здесь. А тут, кстати, не знаю, что это. Здесь дом совета, по ходу дела. Здесь магазин игрушек. Здесь школа. Эстранция, что-то новое. А вот это дом, милый дом. То, что они говорят, то, что это дом, милый дом, это как бы он не очень похож на дом, милый дом. О, кстати, а там вагонетка вот здесь должна быть. А её нету. Как бы вот, она тут... А чё у меня так далеко руки улетели? Кстати, смотрите, радиус рук гораздо больше стал. А не, радиус рук исправили. Он стал меньше. Ого, какие люди. Смотрите, Хаги-Ваги. Первая глава. Мамочка длинные ноги. Вторая глава. И... Гусица, вроде диджей какой-то. Тоже вторая глава. Вот, дом мил... А, нет, это... Нет, это дом этого. Это школа.
Вот дом, милый дом. Я вам скажу, мне кажется, что дом, милый дом гораздо лучше. Как поиски? Возьми шнур и подключи в разъем под статуей. Ну, короче, она нам напомнила, если мы там потерялись, она напомнила, куда там... О, все, взял. Она напомнила, куда нам надо идти. А что это у меня тут за руки? А, это, походу, дело понятно. Это руки за грибуки. Так, сюда. А мне кажется, немного света, что ли, стало меньше. Либо мне кажется. Вот сюда. О, сохранение. Это нам надо. Куда его подключить? Сюда, что ли? Не понял, куда? Не, ну блин, опять туда идти. Так, может сейчас просто руки за грибуки у меня дотянутся? Нет. Короче, тут обновление было. Вот буквально вчера, когда я записывал часть. Вчера этого обновления не было, а сегодня вот оно уже появилось. Да возьми ты уже вот этой рукой. Нет, не может. А чё я не могу взять? Все взял. И, короче, тут руки были просто вот здесь, если встать, и вот дотуда, то просто рука могла вот дотуда реально долететь. И сейчас как бы долетела, только почему, я не понимаю. Ну, если, короче, вот туда читы включить, там какие, и туда просто долететь, вон туда, то там мы в начало вернемся самое. Так, а, вот сюда разъем. Все. Оля, круто, гляди. Помнишь генератор дом в милом доме? Это был запасной генератор для этой постройки. Такой должен быть в каждой. Тебе удалось перенаправить резервную энергию дома милого дома сюда. Почти готово. Куда идти дальше? Тут везде довольно опасно. Но опасность всего в игровой, жуть. Давай в дом совета пойдем. Так что лучше всего отправиться в школу. Код ремонт обычно туда не суется. А игровая это что? Отправляю ключ. А, ну, мы знаем. Давай уже. Все, по воздушной почте. Тап. Окей, понятно. Нам надо школу. Дом, милый дом. Питание перенаправлено. У нас уже есть питание в небесном куполе онлайн. А небесный купол, это я вам сейчас напомню. Это у нас вот это. Вот это вот все. Вот этот купол. А реально, он купол. Я что-то даже не замечал. А вот это что? А это, походу, дело. Это вместе руки так мало. Типа, набирают свой радиус, как бы. А одна рука, она очень далеко летит. Вот смотрите. Ё-моё, хорошо, что у нас эта рука за грибука не прибила. Вроде такая какая-то маленькая школа даже. Ну не, ну реально маленькая. Для школы это, блин, не знаю, приют, что ли, детский сад. Нет, даже детский сад будет больше. Это, наверное, какая-то газета скорее, чем школа. Не, ну реально, что она такая маленькая по размерам? Слишком какая-то. Айё. Ну ладно. Все равно нормально. О, он похож на Бокси-Бу. Круто. Ну, нам, короче, надо в школу. Ну, а мы отправимся в школу уже в следующем видео. И всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Ну и всем пока-пока.